Добрый вечер. В эфире «Вести», Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Чекланов. Смотрите в нашем выпуске. Сегодня день учителя. Во Дворце культуры Черкесска чествовали лучших педагогов. Заболеваемость растет, количество госпитализированных увеличивается. Министр здравоохранения Казим Шаманов о четвертой волне коронавируса. Какими качествами должен обладать учитель? В профессиональный праздник Фатима Даурова встретилась с педагогом Замирой Эшроковой. Студенты в роли педагогов. В колледже индустрии питания прошел день самоуправления. Сегодня день учителя, уважаемых педагогов, работников образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда. С профессиональным праздником поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Профессия учителя во все времена была почетная. Именно учитель помогает раскрыть талант ребенка, привить ему любовь к знаниям. Дорогие наши учителя, мы ценим ваш нелегкий труд и преклоняемся перед вами. Огромная благодарность вам за первые оценки, доброту и терпение, за мудрость и знания, которыми вы делитесь со своими учениками. И сегодня во Дворце культуры Черкесска прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Отличившиеся педагоги были отмечены высокими наградами. На торжестве побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Это праздник тех, кто всю свою жизнь отдавал не только знания, но и вкладывал любовь и душу своих учеников. Для всех собравшихся педагогов участники разных хореографических ансамблей исполнили свои яркие номера. Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии Руслан Тамбиев поздравил всех учителей с праздником и подчеркнул, что именно от профессионализма педагогов зависит будущее нашей страны. Слова искренней благодарности за ваш труд. Вы выбрали тяжелую, но очень благородную профессию. От того, как вы воспитаете молодое поколение, какие вы им дадите знания, зависит не только будущее нашей республики, но и России в целом. Поэтому низкий вам поклон за ваш нелегкий труд. За добросовестный труд, достижения и заслуги в сфере образования Руслан Тамбиев наградил троих учителей нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». Учитель 5-й гимназии Черкесска Жанна Джандубаева – одна из тех, кто был удостоен этой высокой награды. «Наша задача не просто обучать детей, а вкладывать в них частичку себя», – отмечает педагог. Труд учителя, вы знаете, он благородный тем, что когда ты отдаешь всю частичку себя детям, и потом, когда эти дети, они знают твой предмет, они становятся взрослые, и потом самое главное для учителя – это то, что мы видим их в дальнейшем. Это их жизнь, когда они уже овладевают профессией, и это частица нашего труда. Помимо этого, почетными грамотами и денежными премиями отметили победители конкурса «Лучший учитель года». Также многие педагоги получили грамоты Министерства образования Республики. Заместитель спикера Карачаево-Черкесии Дахир Смакуев поздравил и вручил учителям грамоты Народного собрания. Министр образования и науки региона Инна Кравченко также поздравила виновников торжества и пожелала дальнейших успехов. Именно вы, дорогие учителя, закладываете основу завтрашнего дня. Именно вы, дорогие, формируете образованного, духовно-нравственно богатого человека и гражданина нашей страны. Да, меняются методы обучения и преподавания. Сегодня приходят на смену новые технологии, цифровизация. И сегодня жизнь испытывает нас на прочность с вами. Но вы достойно держите удар, уважаемые коллеги. В завершении торжества для всех работников образования была организована небольшая концертная программа с участием детских танцевальных коллективов. Алихан Лепшоков, Али Бастанов, «Вести», Карачаево-Черкесия. Рост заболевших коронавирусом растет как в целом в России, так и в нашем регионе. Сегодня 58 новых случаев заражения. К жителям республики обратился министр здравоохранения Казим Шаманов. Я вас еще раз хочу убедительно попросить, все, что мы можем сделать, чтобы сберечь наших старших, наших детей,
наших братьев, наших сестер, вот это все мы должны сделать. Это масочный режим, это социальная дистанция. Это, я понимаю, что без свадеб, без, мы не обойдемся, но как-то ограничивать количество людей, которые вы приглашаете. Потому что большинство у нас семьями, семейные очаги появляются после каких-то массовых мероприятий, которые мы проводим у себя в семьях. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами дождь, в горах с мокрым снегом, ночью и утром туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, порывы до 15-18. Температура ночью плюс 2-7, в горах минус 3 плюс 2, а днем 5-10 выше нуля и местами до плюс 5. В Черкесске небольшой дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду и порывы до 15-18. Температура ночью 5-7, а днем 7-9 градусов тепла. Продолжаем выпуск. Какими качествами должен обладать учитель, чтобы стать для детей не только источником знаний, но и воспитателем, и даже наставником? Образованность, энтузиазм, творческое начало и, конечно же, любовь к детям и доброта. Так считает учитель истории и обществознания Республиканского лицея-интерната имени Екатерины Хапсироковой Замира Ишрокова. Накануне профессионального праздника Фатима Даурова застала ее на рабочем месте. Учитель – это тот человек, который может сделать трудные вещи легкими. Вот уже третий рабочий десяток. Стоя у доски и выступая перед детьми, Заира Михайловна Ишрокова, учитель истории, обществознания и права, делает все возможное, чтобы ее ученикам было проще принимать информацию, легко ее освоить и затем показывать отличные результаты в учебе. Это устоявшаяся, отработанная до ювелирной точности методика преподавания своего предмета на деле подтверждается эффективностью. Ученики гуманитарного профиля Республиканского лицея имени Екатерины Хапсироковой становятся одними из лучших по показателям сдачи итоговых экзаменов по истории и обществознанию и поступления в высшее учебное заведение страны. Замира Михайловна, она очень сильно меняет представление самого предмета. Раньше мне казалось, что общество очень скучный предмет, но с приходом в лицей, с появлением Замиры Михайловны в мою учебную жизнь, я полюбила этот предмет очень сильно, и в последующем в ЕГЭ я собираюсь его сдавать. Чтобы получить заветную пятерку, нужно хорошо постараться. Ученики Замиры Михайловны знают, что всегда улыбчивая и понимающая преподаватель строго относится к качеству знаний. Но между тем всегда есть возможность обсудить вопросы по предмету, непонятные темы и посоветоваться, как же лучше сделать проект или индивидуальное задание. А спрос учеников такой большой, потому что сама учитель всегда держит себя в профессиональном тонусе, постоянно обучаясь новым методикам и новшествам преподавания. В 2017 году Замира Михайловна стала победителем всероссийского конкурса «Учитель года» на региональном этапе. Современный учитель, он должен совершенствоваться. Жизнь не стоит на месте. Мы должны идти в ногу со временем. И, естественно, самосовершенствованию помогают вот эти конкурсы. Потому что, участвуя в этих конкурсах, ты учишься. Хочешь, не хочешь, ты все равно перенимаешь опыт других. Учитель постоянно все равно должен учиться. А тот опыт, который накоплен, этого недостаточно. Время диктует свое, и поэтому нужно быть в курсе всех событий, всех каких-то изменений. И обязательно участие в этих конкурсах дает вот какой-то положительный настрой, энергию. Естественно, какой-то опыт определенный обязательно накапливаешь в этом. Профессия учителя – образ жизни. Люди, выбирающие ее, должны прислушиваться к своему сердцу и делать этот выбор душой. Именно так поступила и Замира Ишрокова. Поступая в педагогический институт, могла ли я знать о том, что насколько это ответственная профессия? Ответственность большая, правильно, но в то же время она настолько интересна. Учитель – это не просто тот человек, который дает умения, навыки и так далее. Учитель – это, я считаю, должен быть профессионалом. Профессионал с большой буквы,
Это и педагог прежде всего, это и психолог, это и творческий человек. В сплоченном коллективе Республиканского лицея-интерната имени Екатерины Хапсироковой много учителей с заслуженными высокими званиями и достижениями в своей профессии. Учебное заведение по праву считается одним из самых показательных по учебной деятельности в республике. Славу Хабецкому лицею заслужили отчаянная преданность учителей своей профессии и уровень образования учеников. Среди коллег Замира Михайловна пользуется заслуженным авторитетом. С Замирой Михайловной работаем мы давно. С первого дня мы нашли, как говорится, общий язык. Она очень человечная, отзывчивая, коммуникабельная. Дети ее очень любят. Она, одним словом, профессионал своего дела, и мы гордимся, что она работает с нами в нашем коллективе в лицее. Выбирая одну из благороднейших профессий во всем мире, Заира Михайловна не ошиблась. Она знает, что каждый ребенок – это открытая книга, и за годы в своей профессии она научилась их читать от начала и до конца и понимать широту детской души. Наставник на своем месте. Фатима Дорова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабез. Наверное, нет такого студента, который не мечтал бы стать преподавателем хоть на один день. Сегодня в День учителя такая возможность предоставилась учащимся колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Здесь прошел традиционный ежегодный День самоуправления. Как студенты справились с ролью педагогов и чем заняты в это время преподаватели, расскажет Мурат Джанкезов. День самоуправления в колледже – это очень эмоциональная и интересная форма работы, когда для студентов создаются такие условия, которые позволяют им раскрыть лидерские качества личности и реализовать организаторские способности, а педагогам подвести итоги развития самоуправления, определить проблемы и наметить пути их решения. Это очень ответственное мероприятие, но мы нашим студентам, студенческому комитету полностью доверяем. Они активно всегда проявляют себя в управлении образовательным процессом. А вы сами чем будете заниматься весь день? Я буду сегодня отдыхать. Вот Максим будет исполнять обязанности директора колледжа. Я думаю, что он с достоинством справится с этими обязанностями. И вот ответственный момент символической передачи полномочий директора колледжа настал. Целый день обязанности руководителя будет исполнять Максим Курочкин. У нового директора 4 помощницы-старшекурсницы и около 20 преподавателей, также из числа старшекурсников. Такая практика очень полезна для студентов, поскольку помогает молодежи глубже понимать всю структуру образовательного процесса, наладить взаимоотношения между преподавателями и студентами. Уважаемые студенты, я как исполняющий обязанности директора хотел бы поинтересоваться у вас, как проходит учебный процесс, как отвечаете, что вы можете об этом сказать, комфортно ли вы себя чувствуете. В этот день в роли традиционных преподавателей и предметников тоже выступают студенты. Для этого заранее составляется новое расписание на день. Будущие преподаватели берут у своих педагогов задания, консультируются по поводу проведения лекции. Ну а первое, в чем заключается работа преподавателя, по мнению студентов колледжа, это контроль за посещаемостью и насыщенность урока теоретическим и практическим составляющими. Здравствуйте, ребята. Мы пришли проверять посещаемость группы. Здравствуйте. Я староста. Посещаемость у нас сегодня 13 человек, 5 нету по отсутствию болезни. Какой предмет у вас сейчас? Обществознание. Как проходит пара? Пара проходит так. Нам дали задание, мы сейчас пишем, потом мы будем отвечать то, что нам задали на прошлой паре. Предметы обществознания, мы будем разговаривать о обществознании, понятии. Вот, и выяснять с ними все. А по истории мы будем проходить Новую Русь. Как поведение? Все отлично, они ведут себя прекрасно. День самоуправления в колледже индустрии питания, туризма и сервиса стал традиционным, во многом благодаря бессменному директору Виктору Китаову. И на самом деле это очень полезно, потому что молодые люди, проявив лидерские качества, смогут понять, насколько тяжел труд педагога. А еще студенты и преподаватели узнают друг друга с новой стороны, что позволяет сделать коллектив колледжа более сплоченным и повысить качество образовательного процесса. Мурат Шанкиозов, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас продолжение сериала «Шуша».